нежного, вкусного мяса, чтобы пахло грилем, да еще и с минимальными всякими нехорошими веществами. А то бывает, что масла много добавим, да, и потом все это жирное едим. Сегодня мы представляем вам идеальное приготовление с аэрогрилем Energy. Глеб Астафьев, эксперт телеканала Shop & Show, шеф-повар России, сегодня нам расскажет, как приготовить такое сочное мясо. Привет, Глеб! Легко и просто. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуй, Оленька. Привет. У нас с тобой не просто аэрогриль, у нас с тобой три в одном. То есть, когда мы с тобой покупаем вот такой аэрогриль, мы получаем в первую очередь сам гриль. Во вторую, у нас с тобой получается великолепная печь. И, конечно же, это фритюрница. Аэрофритюрница без масла, без какого-либо добавления жиров и масел. А это очень важно в наше время. Не получать лишних калорий. Конечно же, когда мы с тобой видим вот такую замечательную технику, да, которой мы можем делать все, что угодно, мы в первую очередь спрашиваем, а как так получается? А получается так благодаря тому, что у нас здесь с тобой конвекция. То есть раскаленный, очень горячий воздух идеально циркулирует по всей поверхности вокруг чаши из с антипригарным покрытием. А поэтому блюда у нас с тобой получаются максимально вкусными. Готовятся они хрустящие, да. И не пересушенными при этом. Таймер на 30 минут говорит нам о чем? О том, что готовится это все здесь максимально быстро. А значит, мы с тобой экономим время. С огромное количество времени. Да. И, конечно же, я хочу обратить твое внимание на то, насколько просто с ней обращаться. Вот здесь у меня приготовились тефтельки. Я их бодренько достаю. Причем, обрати внимание, корочка какая. Насколько они сочные. Воу. Мы можем готовить все, что угодно. Не сухие, это точно. Видно, что сочное блюдо получилось. Ну что ж, друзья, сегодня вы выбираете главное предложение только одного дня. Глеб, вопрос. Любое ли блюдо можно приготовить в аэрогриле? А? Вообще все, что угодно. Вот смотри, сейчас во многих квартирах с духовками либо проблема, либо их нет вообще. При этом сама по себе духовочка достаточно, ну, за ней нужно присматривать. Здесь у нас полная автоматика. Накладываем с тобой картошечку фри. Так, масло, вот масло, ты все. Забыл много масла. Никакого масла мы туда отправить не будем. Мы готовим с тобой фритюр. У нас на верхней панели есть на русском языке все подсказочки. Мы с тобой заложили замороженный картофель. А это означает, что мы с тобой ставим 200 градусов максимум. И устанавливаем 16 минут. Все есть. Отлично, все готово, все очень просто. Наши регуляторы механические, то есть вам вообще думать не нужно. Установили, через 30 минут вы получаете готовую качественную еду. Аэрогриль, замечательный аэрогриль от фирмы Energy. Глеб, это главное предложение только сегодняшнего дня. Я бы сказала так, Глеб, это ваш личный помощник на вашей кухне. Три в одном. Это и гриль. Это и духовка, это и фритюрница. Все со словом «аэро». Чуть позже расскажем, что значит «аэрогриль». Цена только сегодня 4999 рублей. И в комплекте вы получаете, ну, сам аэрогриль, компактный, стильный. Очень симпатично будет смотреться на любой кухне. А еще вы в комплекте получаете вот такую вот книгу рецептов. Здесь вы найдете вкуснейший рецепт, который можете также освоить с аэрогрилем. Ну, конечно, любимые ваши блюда, семейные рецепты вы также будете готовить теперь еще вкуснее. За полтора года было продано более 7000 таких аэрогрилей. А за 25 минут презентации обычно продается 400 аэрогрилей. Сегодня мы снизили максимальную стоимость. 4999 рублей. Цена действующая только сегодня с бесплатной доставкой в любой регион России. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вы сегодня не просто какой-то аэрогриль приобретаете. Отдельно гриль стоит где-то 7 тысяч, фритюрница, 5999, духовка, 4-5 тысяч. То есть, по идее, вы должны были потратить 1017 на все это. А у вас три в одном в компактном исполнении, и гриль, и духовка, и фритюрница за 4999 рублей. То есть выгода, Глеб, сегодня минимум 12 тысяч рублей. Серьезные деньги, ну, между конечно. Прочим. А я сейчас смотрю, какие интересные блюда, разнообразные. Ты сегодня предлагаешь приготовить с аэрогрилем. 1 июля, день рождения моего сына, мы каждый год отмечаем, всегда с детьми.
И я вот думаю, картошка фри для детского праздника обязательно. Да, конечно. Сам понимаешь. Ну, всякие наггетсы, мясо вкусное для взрослых гостей нам тоже пригодится. Нужно много разных блюд. И я сразу представляю, сколько техники и, главное, сколько сил на все это надо затратить. Слушай, конечно же, я понимаю, что... А еще я вот что тебе скажу. Сколько всего потом ты будешь мыть? Точно. Это уж в первую очередь, конечно же. И здесь мы с тобой четко понимаем, что когда мы готовим вот с таким вот аэрогрилем, мы можем приготовить все, что угодно. Запечь, зажарить, притушить даже. Оп! И, конечно же, мы здесь с тобой выкладываем, когда мы понимаем, что мы еще и масло экономим. Ага. Так, ну что ж, друзья, смотрите, любые блюда вы можете приготовить. И главное, смотрите, если мы готовим с вами во фритюре картошку фри, вы прекрасно понимаете, что она плавает вся в масле, и это вредно для нашего здоровья. Котлетки, мы их тоже любим, Глеб, но они тоже жарятся в масле. В чем отличие от приготовления на плите, на во фритюре? Вот расскажи. Ну, смотри, здесь у нас с тобой мощный поток раскаленного воздуха в нужном температурном нам режиме работает вокруг всей, собственно, чаши. И, конечно же, обрати внимание, что все лишнее у нас с тобой стечет. Мощный поток со всех сторон. И здесь мы с тобой видим, как эта чаша, собственно, нас и предохраняет от лишнего жира и лишнего масла. И здесь мы весь жир оставили внизу. Потом легко и просто его убираем. Мы не употребляем его в пищу. И при этом конвекция, аэро, вентилятор мощный, гоняет весь, собственно, объем мощно и сильно. Здесь, смотри, вот у нас видно, как вентилятор разгоняет раскаленный воздух и со всех сторон окутывает наше блюдо. А это означает, что готовим мы быстро, вкусно, с корочкой, но при этом очень полезно. Видно, как волны воздуха окутывают со всех сторон нашу, собственно, блюдо. И любое вообще абсолютно, от большой курицы до маленькой. Друзья, вспомните, как иногда сложно приготовить вкуснейшее сочное мясо. Во фритюре что-то тоже хочется приготовить, у нас нет фритюрницы. Сегодня вы приобретаете 3 в 1 аэрогриль, и контролировать не нужно. Все легко, здесь справится каждый, даже ребенок. И главное, вкусно.